наверх. Да? А? Туда? Зачем? Это же на другую сторону. Нам же уже нужно продвигаться как в туалет, а не сезон. Ну, тоже верно. Направо. Странное место. Да. А редкие деревья. Как будто садик какой-то. Да. Да, знакомая. Первый ряд. Дуб великопельняковый. До средней культуры дуба звичайного. Растут дубочки. О, плантейшн. Ну, короче, мы сейчас прямо выйдем на ту дорогу, которая... Там просто окружная реально. Да. Вот так вот. Так что нам надо, наверное, будет, так как сюда еще рановато заезжать, наверное, угу. На 17-е кладбище, то еще... Что, назад и туда? А, не, ну, ну вот сюда, вот да. Можно вырулить. Ну, можно к озерам вырулить, вот сюда, поехать вдоль озер. Озерам. Вдоль озер выехать на лесное и поехать как-нибудь так. На Черкасскую. Ну, да. Короче, ты уже там проблемы тебя договариваешь. Ну, поехать вдоль озера, я там... Да. Я там когда-то был, но там все так быстро меняется. Mm-hmm. Так что это мы на какую-то дорогу выпадем, которая нас аж до первого озера довезет.
они на спутниковых картах так и выглядят квадратиками. Засмечивает и лис. Мхом поросшая дорожка. Чтобы там выезд был с него, а то что эта дорога, наверное, в него и все, и конец. Я думаю, нет, она кольцо, она будет пьяна. Давай, там вымыкает, пойдем. Хорошо. Пойди. Но он по другую сторону озер должен быть. У него там, это же не дохрена. Я знаю, там часть огорода, знаете. Просьбу выравниваю. Ну вот это, наверное, на окружную. Потому что озеро к ней перемыкает. Ух ты ж, ёлки. Как тут все запутано. Можно, в принципе, пол первого вполне отлично. Не, но все равно мы сейчас пока выйдем, пока доедем. Тебе еще потом на 15 лет еще особо. А можно не на дубки, можно через лесопарк. Ко мне. Можно. Сцены апокалипсиса. Да, так что надо, наверное, сюда.